нашей индустрии телевизионной работает очень большое количество креативных и талантливых людей. И эти люди, они требуют к себе определенного подхода. Этим и отличается. Это обмен опытом и понимание того, насколько те проблемы, которые есть у тебя сегодня, да, в чем мы все похожи, в чем мы специфичны, и это помогает.